Семинары по вопросам страхования жителей округа в пенсионном фонде проходят ежеквартально. Каждый такой разговор проходит накануне отчетного периода. На этот раз возникла особая необходимость собраться этим кругом. На семинаре сегодня руководители учреждений и предприятий, которые имеют прямое отношение к пенсионному страхованию своих работников. По новым изменениям, тем предпринимателям, у кого сотрудники задействованы на вредных производствах, необходимо будет производить дополнительные исчисления в пенсионный фонд. От того, насколько добросовестно руководители подойдут к этому вопросу, зависит будущая пенсия сотрудника, а также время его выхода на заслуженный отдых. На основе этих зафиксированных исчислений сотрудников вредных производств будут отправлять на пенсию досрочно. Изменился порядок, так как сейчас страхователь будет уплачивать дополнительные тарифы страховых взносов, кто применяет труд, льготные профессии у кого есть, они будут начислять и эти дополнительные тарифы и уплачивать. В связи с этим возникла необходимость новых форм. Форма будет поквартальная, изменилась. И если раньше мы принимали годовую форму отчетности по заработной плате, да, выплатам вознаграждения застрахованным лицам, сейчас это будет поквартально.